Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна, я аттестована Министерством здравоохранения Украины как биоэнергоинформатерапевт. Приготовила дипломы, видите, сколько. И вчера я смотрела видео Самвела Дамян, а сейчас только факты, почему бабка склеит ласты. Ну, на основании вот этого видео я хочу сделать два обзора. Один обзор – это о провальных тестах Коли, а второй обзор – о доброй Анжелике, которая переживает, что бабка не склеила ласты. Итак, я сейчас вам дам прослушать. Как понимаете, я же говорю, мне неинтересно. А она сказала вот это, а она сказала вот то, а она... Нет, просто я хочу, чтобы люди понимали, что то, что преподносит свою какую-то версию Снежинская, это не факт. И это не говорит, что она правильно делает. А я еще считаю, что вот своими такими внушением людям она только вредит. Слушаем. И потом, правильно он говорит, сколько мне уже лет? Не в том возрасте. Всему свое время и дорога ложка к обеду. Нужно было учиться. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый класс. И не просто штаны протирать в школе, а учиться. То есть, видите, она уже все знает, что он протирал штаны, что он не учился. И, ну, у нее он вообще тупой и недоразвитый. А я говорила, что у него, кажется, 3 или 4 девятки. И у него как раз вот он может учиться. И вот как раз он может все-таки поступить и стать врачом. Каким врачом? Это уже не мое дело, понимаете? И я, как я говорила, что я верю, что он хорошо учится. И видите, ну вы можете зайти посмотреть видео, где нумерологию я, квадрат Пифагора. И здесь вот идет внушение. Хорошо, оставим Колю, да? Вот сидит по каким-то причинам женщина молодая, парень. Вот зашел случайно и смотрит вот такую Снежинскую. Коле 32 года, да? Все, крест на своей жизни надо поставить. Ну, сложилась так у него жизнь. Ну, не смог он выучиться. Он проживал в Италии. Ну, в жизни бывает разное. И вот я показываю дипломы. И сейчас буду объяснять на моей семье. То есть пример будет моя семья. Сейчас, что я здесь положила, какой диплом первый из того. Так, муж. В том, что он в 1985 году поступил в военную ордена Ленина Академию тыла и транспорта и в 1988 году окончил полный курс названной академии по специальности командно-штабная оперативно-тактическое продовольственное обеспечение. И присвоена квалификация офицер с высшим военным образованием. Но у него высшее образование было. Он в свое время, но именно академия давала высшее офицерское образование. И чтобы вы понимали, что те люди, которые не связаны с военными, что в 1971 году поступил в Вольское военное училище тыла имени Ленского, краснознаменного комсомола, и в 1975 году окончил названное училище по специальности экономика и организация продовольственного снабжения. Офицер службы продовольственного снабжения, инженер-экономист. То есть он, мой муж, был первым выпуском, когда они получили
получали вот такое военные, им прислали звание лейтенанта, офицерами становились. И, наверное, раньше они были, наверное, как бухгалтера или как. А здесь уже инженер-экономист. Вот он был как раз первым выпуском уже, ну, военные знают, то есть это высшее уже было военное училище. И, как видите, 85-й год, чтобы вы понимали, если после 17 лет поступают, и в 71-м году он поступал, то мой муж с 54-го года рождения. Мы древние, как понимаете, да? В 85-м году, 54-й, сколько ему было? 31 год. Это был уже потолок. И если бы он тот год не поступил в военную академию, чтобы делать дальше карьеру, чтобы можно было служить и получить, без академии полковников не давали, генералов не давали и все остальное. То есть, если ты хотел дальше делать карьеру, ты должен был поступать в военную академию. И 31 год, и мой муж тоже говорил, да куда мне уже поступать, я уже не потяну, что ты ко мне пристала? А я же зудела-зудела, грызла-грызла, я ему говорила, а ты что, тупее других? Почему ты себя недооцениваешь? Ты хороший специалист. Ты для своего возраста, для своего уровня образования сделал хорошую карьеру. Поступай, поступай в академию. Я его грызла еще, ну, знаете, года три. Грызла, грызла, когда уже все, вот, 31 год, уже на следующий год бы он не смог бы поступить. И все-таки я его догрызла, и он написал рапорт, и обратился, чтобы ему дали разрешение поступать в военную академию. И вот она говорит, возраст, ты уже ничего не можешь, куда ты лезешь? Да, когда было 17 лет, когда он заканчивал школу, вот математика, которую завалил, понятно, что все эти формулы, все то, ну, забывается, ну, выветривается, ты его не вспоминаешь, и память его куда-то вот туда откладывает. Но как было в советские времена? То есть в округе, военный округ, все, кто поступал в военные академии, их за месяц собирали на как раз Омское там военное училище было, на базе вот этого военного училища. Их всех собрали, независимо, кто куда поступал там. И вот математика, иностранные языки муж изучал немецкий, и, ну, уже там военные, которые там надо было это. Все это... Им проводили занятия, преподаватели, все это там вспоминалось, все там. И если человек все равно где-то что-то когда-то присутствовал, протирал штаны, все равно где-то что-то всплывет, все равно где-то что-то. И мой муж 31 год поступил в военную академию. И что я хочу сказать, что как раз люди в таких возрасте, как мой муж, 31 год поступил, как этот же Коля, тем более уже у Коли есть уже опыт учебы в таком старческом возрасте. И Коля все-таки имеет сейчас, я так понимаю, красный диплом, как когда-то говорили, не знаю, как сейчас говорят. То есть он там практически на 5 учился. А я не удивляюсь, а потому что у него, кажется, 3 девятки. И муж учился, учился довольно-таки неплохо. Его избрали, ну, тогда там должны были командира избрать, вот, и мужа избрали, ну, тогда секретарем парт-организации, ну, тогда были те времена. И муж отвечал и за культуру, и за поведение там капитанов, майоров, и все вместе с командиром.
взвода, это назывался учебный или как, а то сейчас еще что-то такое наговорю. И он говорил, что да, тяжело. И говорит, я смотрю, как молодые учатся, и там, я не помню, там разрешалось то ли с 27 лет вроде поступать в академию, и говорит, я смотрю, что мне приходится больше уделять времени, но учиться-то надо было, и он должен был все-таки не позориться, и чтобы с него говорили, что ж ты... Тебя выбрали, а ты вот там тройки получаешь или вообще двойки. И ничего, все нормально. Все нормально. И потом он поехал по распределению в Вольское военное училище и на кафедре преподавал экономику. Все можно восстановить, все можно вспомнить и можно учиться. Вот это история моего мужа. Такого, знаете, престарелого в 31 год, когда ему было. Ой. Дальше. Ну, за сына я ничего не буду говорить. Мой сын, конечно, поступил сам в институт наш политех. Такой, знаете, был для него сюрприз, и для нас был сюрприз. Он уже был зачищен. Член студенты нашего политеха, когда он еще учился, где-то ранней весной, еще заканчивал школу. 11 класс он еще не закончил. Но мой сын был зачислен в студенты политеха. А как все произошло? Я вот говорила... когда рассказывала Снежинская, что я не хочу на войне строить раскрутку, устраивать своего канала. И я там говорила, что ракета попала в 23-ю школу, где учился наш сын. Это была школа с математическим уклоном. У меня сын не был отличником. Но учительница математики, вот когда уже... Это, наверное... Ну, я не знаю, уже, наверное, весна была, ранняя весна. В институтах, я не знаю, как сейчас, а тогда проводились олимпиады. И была там олимпиада по математике. И учительница говорит, сходите на олимпиаду, вы ничего не теряете, вы хотя бы посмотрите, как, что и как там все это происходит. И вам, если вы будете куда-то поступать, у вас уже какой-то маленький опыт будет. Ну, у меня сын пошел посмеяться. Понимаете, я же говорю, он не был отличником. И там в основном те, которые хорошо учились, и у меня сын пошел поржать. В итоге что получилось? Сын решил все то, что там было. Ну и пришел, и даже ничего нам не сказал. Потом, оказывается, мой сын и еще кто-то набрали вот те баллы, по которым, а там одно из условий этой олимпиады было, что если вы наберете определенное количество баллов, вас зачисляют сразу, вот весной, не имея еще диплома. Это... По результатам олимпиады зачисляли вот в студенты. Вот такая была лафа, понимаете, вот такое счастье. И у меня сын набрал вот те баллы. И был зачислен студенты, а отличники не решили. И он приходит и ржет. Мама, папа, а я уже студент. Говорю, студент, чего ты? А я в политехе уже студент. Ну, говорю, ты вначале давай, поздавай экзамены в школе, а потом поговорим о студенчестве. И вот оказалось вот так. То есть, видите, вот такое, через ха-ха у меня муж сын оказался студентом нашего политеха. И теперь историю моей дочери. Видите, вот. У моей дочери был совершенно другой путь. Вот, видите, училась. И так, сейчас начну зачитывать.
Значит, в 93-м году она поступила, в 96-м закончила полный курс, названо училась. И за профессию 3471 художник оформлювач с отриманням повної загальної середньої освіти. То есть, когда-то в своё время она у меня решила с подружкой пойти записаться при Доме культуры, где-то там, когда мы еще в Урске учились, на художника. Там были такие занятия, проводили. Моя дочь туда пошла. И оказалось, что она очень талантливая. Меня очень хвалила учительница. И, а почему хвалила? Потому что мне дочери надоело. Она прекратила туда ходить. Меня там через других детей попросили подойти. Я подошла, мне показали рисунки. И сказали, вы все-таки поговорите с ней. Пусть она все-таки продолжает ходить. У нее талант, у нее способности. Но я тогда, правда, заставила ее. И когда мы уже уезжали, то я все-таки пошла, взяла, что она отучилась, какой период. И после, это 9 класса по современным этим, она пошла вот в училище, такое было тогда училище, и вот обучали на художника-оформителя. И что дальше? Ну, понятно, это молодая. Так, закінчила в 2001 році технологічний коледж за спеціальністю бухгалтерський облік, здобула кваліфікацію бухгалтера. Після вот этого училища на художника-оформителя, они с подружкой даже там что-то съездили в Киев, что-то там послушали, но их там напугали, что девочки, вас сюда никто не возьмет, а если возьмет, то вам у родителей денег не хватит, чтобы вот там учиться. Ну, в итоге она плюнула и поступила на бухгалтера. Вот. И в 2001 году она его закончила. Ну, а дальше... Она уже начала работать и пошла в 2004 году продолжить свое образование. И в 2004 році закінчила Національну академію Державної податкової служби України, отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки економіка підприємства та здобула кваліфікацію бакалавра і фінансів. Дальше, ще ж там другі є ті. В 2005-м вона вже отримала повну вищу освіту за спеціальністю фінанси та здобула кваліфікацію фінансиста. И тоже, знаете, вот как вот такие, как Снежинская, обесценивают труд чужих детей. Тоже тогда многие говорили, да что, да ты папа, да папа сделал, да папа договорился, да папа чуть ли не сам не ходил и не сдавал экзамены. Понимаете, учитывая, кем тогда, где работал папа, все папа. И ей так было обидно, понимаете, вот такие сидят и обесценивают труд. А папа там не участвовал абсолютно. Папа даже пальцем не пошевелил, чтобы дочь смогла туда поступить. Вот Николай говорил, что он репетиторы. Я бы посоветовала Николаю не репетитора, но и репетитору можно тоже к репетиторам ходить. Я не знаю, как сейчас, но раньше то, что ей была сделала дочь, она потом пошла в налоговую академию, но она узнала, что в политехе нашем есть курсы, называются подготовчие курсы до вступу. И она несколько месяцев ходила на эти подготовчие курсы. И там она сдавала эти экзамены, там и она... Ее взяли в политех, но она наслушалась там,
И она все-таки решила пойти в налоговую академию. И пошла, там сдала экзамены, и в итоге ей потом звонили, приглашали, и... Ну, вот, да, дальше. Но это, знаете, так сразу, молодежь и все остальное. А теперь поговорим. У меня дочь 78-го года. И вот этот диплом я зачитываю. Что такое-то Оксана Викторовна закінчила факультет після дипломної освіти та до вузівської підготовки Державного університету імені Івана Франко рішенням Державної кваліфікаційної комісії від 20 червня 2014 року. Присвоєна кваліфікація психолога. Тобто вона стала магістр психології. Психолог. Это 14-й год. На тот момент уже моей дочери было сколько лет? 36. Когда я показывала свои документы, когда я обучалась, ну там курсы, ну там, вы уж поверьте, там пришлось мне тоже, как говорится, поработать. И я тоже думала, боже, мне же начинала я, мне было 41 год. Я же уже старая, да я же ничего не запомню, да как я сдам экзамен, да что все от меня хотят, да отстаньте вы от меня. Все можно, главное, поверьте в свои силы. И вспомнитесь, и научитесь. И все будет нормально. И вот такие торжествующие, хотя она говорит здесь, ой, не подумайте, что я торжествую, но я не хочу. Вот сейчас. Откладывается. Там розум свеженький. Розум. Видно, сейчас, ребята, никогда бьюсь об заклад. Черта у него не получится. Ничего он не сдаст и никуда он не поступит. Потому что озвучил сам Бога и сказал, я думал, может, хоть на платный, некий платный. Если ни один экзамен он не набрал минимальное количество, соврала, не экзамен, а тест для того, чтобы допустили. Ну так, Екатерина, нет, я спешу вас разочаровать. Я рада только одному. Я точно знаю, коки не место в медицине. Понимаете, вот Бог, она точно знает, что коки не место в медицине. Понимаете? Вот такие люди рассказывают, вот такие люди внушают. Кто ты такая, что ты будешь решать, чье, где место? А я вам говорю, не слушайте таких, как Снежинская. Все в ваших руках. Главное, поверьте в себя. Вы все можете. И поэтому, Коле, вот советую поинтересоваться. Возможно, есть такие курсы по подготовке для вступа в официальные, все. И репетиторы тоже не помешают. И все будет нормально. Я не то, что специальная лая. В первую очередь я записываю для всех людей, которые хотят все-таки где-то получить какую-то специальность, где-то что-то новое узнать, но боятся, что они не смогут, что они не поступят, что уже не тот возраст, когда вот такие кликухи сидят и внушают. Все в ваших руках. Поэтому Колю поздравляю. Все-таки у него уже есть диплом. Все-таки он, кажется, фельдшер стал, да? И уже с мамой не будет смеяться, что мама говорила, что у Николая там сколько высших образований. Уже он должен гордиться собой. Все-таки он имеет уже теперь медицинское образование. Среднее, но имеет. И вперед, вперед! Не надо слушать.
Всего хорошего и тебе, Коля. И надеемся, через год узнаем, что ты все-таки поступил. И всем остальным говорю, верьте в себя. Возраст не имеет никакого значения. Вот муж поступал 31 год, дочь в 35-36 сколько получила второе образование. Так, в 2014 году, это в 36 она получила второе последипломное образование высшее, стала психологом, и все хорошо будет у вас. Здоровья всем и уверенности побольше. Всего хорошего.